Наша с вами беда, я считаю, она в чем состоит? Мы отдали пропагандистскую войну им на откуп. Посмотрите, они очень активно празднуют и ваш там бело-червоный флаг, и какую-то, значит, там победу их там в войне 20-го года над Советской Россией, еще там что-то. А ведь в Польше, нисколько не сомневаюсь, есть миллионы людей, которые неплохо к нам относятся. Но к нам, я имею в виду, вот к бывшим социалистическим советским республикам, к вам, к нам, их много. Просто они забиты, они не имеют своего голоса. И нам надо активно вести пропаганду, если хотите, я этого слова и не боюсь, здесь ничего плохого нет, на те слои польского населения, на польском языке, отмечать какие-то памятные даты. Ну, например, Грюнвальдскую битву, правда? Где вы, мы, где белорусские полки, полки смоленские, польские и даже чешские разбили немцев. Какие-то, значит, даты из Второй мировой, Великой Отечественной, да, когда мы там совместно с поляками штурмовали там Берлин, когда дивизия «Костюшка» отличилась там в боях при Ленине и прочее. Нам вот этим всем надо заниматься. И даже не боясь того, что издавать какие-то произведения польских писателей, поэтов, устраивать недели польского кино. Ну, например, там «Четырех танкистов и собаки», да, которые они пытались, кстати, замолчать сами. Но фильм-то популярности в Польше не утратил. А ведь это на самом деле есть, ну, если хотите, гимн нашей дружбы, причем такой, ну, от которого сложно очень сильно отмотаться. Вот он, я этого не вижу у нас. У нас, кстати, есть очень много хороших польских книг еще социалистического периода, да и сейчас, о борьбе Польши с бандеровцами. Операция «Висла», предположим, когда был убит заместитель министра обороны Польши, ветеран войны в Испании. Надо это переиздавать и на русском языке, и на белорусском, там, и на всех остальных прочих. Короче, нам надо начать полномасштабное, широкое контрнаступление в идеологии с целью завоевать на свои стороны часть польского народа. Я думаю, нам это абсолютно по силам. Нам с вами есть, что им сказать. Есть масса интересных событий совместных, которые мы должны праздновать. Мы должны шире приглашать польские делегации. Ну, ветеранов войны уже, к сожалению, наверное, не осталось, естественно, да. Ветеранов войска польского, предположим, да. Участников миротворческих операций советского периода, да. Польша активно в этом участвовала, кстати. Какие-то, знаете, побратимские связи городов пытаться реанимировать. Пусть они этого не хотят. Мы можем начать это сами, понимаете. Например, о каких-то там успехах польского спорта в то время вспоминать, об их актрисах и артистах, понимаете? Вот мне кажется, тем самым вот этой народной дипломатии мы сделаем с вами так как раз, что Качинский, Туск, плевать кто, но если миллионы людей будут против ухудшения отношений с нами, с вами и с нами. Ну, никакие правительства там особо ничего сделать не смогут. Ну, я думаю, что на самом деле вы во многом правы. Миллионы.